Здравствуйте, передо мной две Анны. Победительница перед России в кроссе на 2 километра среди юниорок Анна Ильина и серебряный призер Анна Чернова. Значит, Анна Ильина у нас представляет Питер, северную столицу, а Анна Чернова представляет Ярославль. Девчонки, ну как вам сегодня? Во-первых, как трасса, как забег сложился, довольны, недовольны? Ну как начало сезона? Или это еще конец зимы? Или это уже начало лета? Лично для меня это был первый старт сезона. Забег, конечно, был лютый. Все толкались, соперничали. Постоянно были перестановки в лидерах. Кто-то выходил, потом наоборот. Конечно, много сил потратили мы в борьбе. Трасса корнистая, довольно тяжелая, с поворотами, так, с песчаными насыпями. Первый раз выступали здесь? Здесь первый раз, да, но в целом по эмоции положительные, все очень понравилось. Киловозки получше трассы, да? Что? Кисловодске получше трасса? В Кисловодске не была, бежала. Ясно. А вам как? Вы все-таки человек опытный, поэтому вам легче было? Сезон не заканчивался, он продолжается. Забег прошел довольно-таки быстро. Бежали девочки грамотно, все боролись до последнего. Ну, результат разыгрался до финиша. Какой результат у вас получился? 6.53. 6.53. Но вы довольны этим результатом? Или могли лучше? Можно было и лучше, но так как забег сложился довольно-таки со стартом, мы бежали очень медленно, получилось вот так. Ясно. Ань, ну вы все-таки уже, по-моему, давно у нас выигрываете, да? Все-таки и на дорожке, и в кроссе. Ну, какая у вас любимая дистанция? Что вы больше все-таки любите? Какую дистанцию? У вас, по-моему, несколько дистанций. 3000 все-таки, да? Будете на взрослом уровне пробовать или пока только на молодежке? Только, ну, думайте, но молодежка, попробуйте, наверное, на молодежке, наверное, да, может быть, уже. Есть такая идея. Ясно. Хорошо, но сезон только начался, да? Какие еще будут у вас теперь старты? Командный чемпионат России или что-то еще будет? Ну, сейчас будет первенство России в городе в Рыбинске. А, по горному бегу, по-моему, там да. будет. То есть вы еще в горный бег поедете? Да. И она тоже поедет? Или вы только... Нет, я не поеду. Хотя Ярославль, вот вас вроде... В воскресенье побежим свой. Ясно. А это будет горный. То есть Аня, я знаю, что еще горный бег любит тоже. Да. Бегать как бы и тоже успешно там выступает. А не сложно чередовать горный бег, дорожку, кроссы? Нет, что-то. Довольно нормально. Ясно. Ну, это получается у нас будет, по-моему, 6 мая в Рыбинске на Демина, да, на да. лыжной трассе Демина там, в том районе. Ясно. Ну, желаю вам успехов, чтобы вы как бы... Новые достижения делали, новые рекорды, но и подумали уже о международном уровне, чтобы нас все-таки запустили, и нас там, как бы, наши спортсмены там показывали хороший результат. Спасибо вам большое. Спасибо вам. Удачи. До свидания.